Сегодня первый день у нас плюс 20 градусов. И сегодня у нас Good Friday по-английски, а по-нашему Страстная Пятница перед Пасхой. Но вообще здесь Пасха на 2 недели раньше, чем у нас, поэтому Пасха будет воскресенье 21 апреля по-английски. Вот, а у нас, по-моему... А у нас Пасха 28-го, да? 28-го? Ну, значит, через неделю у нас разница. И потом у нас называется Страстная Пятница, то есть вот такой вот день страстной. А здесь называется Хорошая Пятница. Вот тоже разница почему-то восприятие. А я вот сижу на берегу. Не могу поднять ногу. Вот вид туда на пролив. Вот это вот такой замечательный большой ресторан. Сейчас вам покажу его. Вот он. И здесь вот эта вот открытая площадка. Обычно она не бывает так занята, как сегодня. А сегодня, вот я смотрю, здесь и итальянцы, и немцы. Начались уже каникулы. Ну и видно еще в связи с тем, что вот холоды у них. У них сегодня выходной, пятница, суббота выходной. И воскресенье, понедельник тоже выходной. Такое бывает одиножды, вот чтобы так много было выходных подряд. А понедельник почему выходной? Потому что там у них день Святого Георгия, по-моему, празднуется тоже, банк-холодей называется. У меня не показывает. Вот, ну сейчас у нас, наверное, 3 часа, поэтому самый пик, обеденный перерыв. Я показываю опять вам чуть-чуть, типа того, что я разговариваю по телефону, чтобы людей не смущать своей камерой. Ну вот, посмотрите, как это все тут выглядит. Вот оттуда носят еду. Там, если вы видите, вот такой вот барчик. Это вот здесь, вот в этом отеле Райт. Castle называется. Крепость в Райде. Он не сказала бы я, что уж очень красив. Ну, вот такой вход у него пушками. A very big thanks for your visiting. Посмотрите, как у нас вдруг тут скопились красные машины. Кстати, редко такое бывает. Но последнее время где-то я такое слышала, что красные машины, они издалека видны, поэтому как бы имеется какое-то у людей такое понятие, что их увидят и не будет аварии. Противоаварийный цвет. Ну, не знаю. И вот такой вот вид туда вдаль. Опять на побережье. Место довольно-таки тут у них живописное, конечно. Единственное, что здесь никогда практически не бывает людей. Когда погода плохая, сидеть здесь на 7 ветрах на углу никто не хочет. А сегодня у нас просто шепчет погода. Плюс 20, не ветерочка. Супер. Да, кстати, то, что я вам говорила, что мне закрыли... YouTube закрыл мое видео, что... Когда я хотела рассказать про секс после 60, может быть, кто-то подумал, что я там такого наговорила, что мне запретили рекламу. Оказалось, это не моя вина. Оказалось, что это... Когда я следующее видео выставила про динозавров, музей динозавров, прекрасное видео, сами понимаете, никакой крамолы. И они мне точно так же написали: ваше видео не подходит большинству рекламодателей, то есть как бы мы вам рекламу не даем. Мне пришлось с ними разбираться целую неделю. Я едва нашла обратную связь. Едва нашла, как с ними связаться, чтобы им написать. Когда я написала, что
Вот у меня проблема, почему я не нарушала никаких ваших прав, почему вы мне закрыли показ рекламы. Они все тут же подключили, в общем-то, даже не извинились, просто написали, что мы проверили ваш ролик. Да, на самом деле, он соответствует всем требованиям, вот мы вам рекламу включили, не извините, ничего. И то, что, в общем-то, основной просмотр 3000, он оказался у меня абсолютно не монетизированный. Так что, что они там вытворяют? Вот многие замечают, что они отматывают назад лайки, подписки. Вот каждый свой бизнес блюдет. И не сказала бы я, что у меня миллионные тут подписки и миллионные просмотры, но даже на моих таких маленьких видео они отматывают назад и не всегда включают рекламу, потому что это же надо платить деньги людям. Они не хотят блогерам платить.